писать стребреники архиереи стать им глаголя, за грехих предав кровь неповинную. Они же решившие с нам и узреши, и поверх стребреники в церкви Афиди, и щеду до писа, архиерей же приемши стребреники реша, недостойно есть вложить и в карбану понеже цена крови есть. Совече сотворше, купиша ими село студенниче, погребание странным. Тем же наречеся село то, село крови до сегодня. Когда сбится реченое Еремием пророком глаголющим, и приявши 30 сребреник, цену цененного и Божий, ценишь от сынов Израиля, и дашу я на село скудельниче, яко же сказал мне Господь, и служи став пред Егемоном, и вопросию Егемон глаголя, и лиси царь иудейский, и служи рече ему, ты глаголищи, егда нань глаголу квартире и старце, ниче сожи отвеча ваше. Тогда глагол ему Пилат, не слышишь ли Калиха, на тебя свидетельствую, и не отвечай ему ни к единому глаголу, я поделитесь и Егемону зело. На всяк же праздник обычай перед Егемону отпущать единого народу, связня его же котяку. И мягу, где тогда связано ночи, да глаголем его Бараву, собравшимся жим, речи им Пилат, по Богу очите, а то бы его отпущу вам. Бараву любли или Иисуса глаголемого Христа. Ведешь его, яко зависти ради предаши его, сидяшу же ему на судище, послать ему жена его глаголевши, ничто же тебе и праведнику твоим кому, много по пострадах, не спаснее ради, архиерей же и старцы, наустиша народы, да и спросят Барабу, Иисуса же поубьят. Отвечав же и Егемон рече им, кого хочете, отдаба его отпущу вам, они же решат Барабу. Глаголы им Пилат, что у вас отворю Иисусу, глаголи ему Христу. Глаголы же ему си, да разве будет? Егемон же рече, Твою возло сотвори, на ниже языка вопияку глаголище, да пропьет будет. Видев же Пилат, яко ничтоже успевает, да паче молва бывает, прием Божу, умируйте пред народом глаголя, не повинен есть от крови праведного сего, вы узрите. Отвечевавши все народ, люди реша, кровь его на нас и начальник наших. Тогда отпустим Бараву, Иисуса же бил предадеем, да его пропнут. Тогда воины и Егемоны, приемши Иисуса на судиши, собравши на нем все множество воев, и совлекши его, надеюши его хламидую червленую, и сплечи венец от терния, возложивши на голову его, и кровь десница его, и поклончися на колену, пред ним ругаху своему глаголюше, радуйся царю иудейский, и плюнувши нань, прияши кровь себе, аку по главе его, да поругавшись ему, совлекоши с него по границу, и облекоши его в ризы его, и ведоши его на проклятие, и скаждаши
Я притоша человека Киринейска именем Симона, и сему задеши понести крестья.